Весна уже вовсю разгулялась, период ОРВИ, казалось бы, отступил, но событие, состоявшееся в 8-й школе, заставило людей в белых халатах собраться вместе. 76 медсестер, врачей и санитаров оккупировали спортзал школы. Сегодня в школе номер 8 состоялось ежегодное соревнование санитарных постов. На этот раз принять участие изъявили желание 15 школ города и района. Ученики старших и младших классов под строгим руководством своих педагогов показали практические навыки и умения в области оказания первой помощи. Эти соревнования важны для современного общества, так как воспитывают в учащихся отношение сознательное к охране своего здоровья и здоровья окружающих. Подготавливают эти соревнования медицинские сестры, фельдшера школ общеобразовательных, а также учителя по ОБЖ. Основная цель соревнований – это закрепление теоретических знаний и практических навыков учащихся по оказанию первой доврачебной и санитарной помощи. Выявить лучших учеников судьям помогли конкурсы. Все соревнование состояло из 7 этапов. Для начала каждая команда должна была ответить на каверзные вопросы экзаменаторов. Подготовку детей мы оцениваем. Если брать из 5-бальной системы, конечно, у нас не все, они все хорошо знают вопросы. Конечно, есть много ошибок, но эти ошибки мы сразу же разбираем на месте, помогаем, объясняем им, как все правильно накладывать. Для ребят участие в соревнованиях – это действительно отличная школа подготовки. Знания и умения, которые они получили на протяжении учебного года, могут практически их применить. Хорошо, что на районных соревнованиях, а не в реальной опасной ситуации. Это мероприятие как? Тут проводится то, что ты изучил за весь год, и это как? Ты выкладываешься здесь, и проверяются твои знания. И то есть, если какая-то критическая ситуация, ты уже будешь знать, что делать. Это как? На практике проходишь. Ты сможешь оказать медицинскую помощь, а не как? Не звать на помощь, бегать с криками по улице, а помогите, человек плохо, человек умирает. А ты раз оказал, мне кажется, это очень сильно поможет в жизни. Во-первых, это позволяет узнать ребятам, которые участвуют в этом мероприятии, много нового, помериться силами, знаниями, кто лучший, кто больше знает. Вдобавок, для будущей жизни это многим пригодится, потому что ребята, которые участвуют в этом конкурсе, наверняка собираются стать врачами или медсестрами. Вот. Поэтому я считаю, в этом и основное достоинство и важность этого конкурса. Как говорится, три основных навыка, которыми на сегодняшний день должен владеть любой человек, это вождение автомобиля, пользование компьютером и правильное оказание медицинской помощи. Третьему навыку ребята точно научились. В итоге первое место заняла команда школы номер 8. Второе и третье по праву присудили командам 5-й гимназии и школы поселка Козлова. Одним из самых масштабных мероприятий апреля стала спартакиада среди допризывной молодежи. По инициативе Комитета спорта, туризма и молодежной политики, администрации Конокопского района совместно с управлением образования и пожарной инспекцией на стадионе энергетического колледжа состоялись соревнования между учебными заведениями города и района. Спартакиада допризывной молодежи в нашем городе проводится уже 4-й год. В соревнованиях приняли участие 11 команд, среди которых были школьники старших классов и учащиеся профессионально-технических училищ. Соревнования проводятся по трем видам многоборья. Стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка макета автомата Калашникова и силовая подготовка. Юноши – подтягивания, девочки – отжимания. В командах были не только мальчики, и девочки ничуть не хуже боролись за победу. Силовая подготовка девушек вызвала жаркие споры среди участников. Уже на первом этапе страсти накалились. Разобрать и заново собрать на скорость автомат Калашникова, как оказалось, задача не из простых. А вот стрельба особо понравилась ребятам. Три метких выстрела из пневматической винтовки, и ты уже на шаг ближе к победе. Александр Медовников участие в спартакиаде принимает первый раз, но всю значимость мероприятия оценил сразу. Мне кажется, такие мероприятия надо проводить как можно чаще, потому что это развивает спорт и культуру нашей страны. А завершилась спартакиада показательным выступлением пожарной части. Цель – привлечь молодежь в добровольную пожарную дружину. По словам организаторов, это не последняя спартакиада. И пообещали, что на следующий год задания будут сложнее и интереснее. Сделаем наш город не только чище, но и красивее. По таким лозунгам сотрудники администрации города, совет депутатов, а также трудовые коллективы городских коммунальных служб вышли на общий городской субботник. В этом году традиционное мероприятие превратилось в настоящий трудовой праздник. Специально к 75-летию Конокова местные власти решили не убирать от мусора места отдыха, а сделать проспект Ленина еще краше. Каким образом, в нашем сюжете.
В этом году субботник не простой, а зеленый. Ударить не по грязи, а сделать наш город еще красивее местные власти решили с проспекта Ленина. Программа субботника была обширной и довольно-таки насыщенной. Сейчас МУП «Коммунальное хозяйство городское» работает, я не скажу, что уже, значит, на отлично, но в той мере убирает так, что помощь в уборке, чисто конкретно, чтобы собрать мусор и увезти его, она не нужна. И мы уже, как говорится, сделали шаг вперед и, значит, перешли от субботников, которые просто, без всякого созидания вывозили мусор, к субботникам более созидательным. Сейчас на субботниках мы уже сажаем деревья, значит, ну и там красим лавочки, белим деревья. Но самое-то главное – это посадка деревьев. Десятки участников субботника вооружились лопатами и ведрами. Дружно, как в советские времена, люди, неравнодушные к благоустройству города, занялись посадкой деревьев. К вопросу, какие саженцы сажать, местные власти подошли серьезно. Не каждое дерево подойдет для места отдыха, где любят собираться проводить время сотни конаковцев. Канадские клены, широколистные, узколистные, черные. В общем, всевозможные разновидности и красоты. Теперь здесь будут радовать отдыхающих. Приживается он довольно хорошо. Почему? Потому что деревья сажаем с открытой корневой системой. То есть при открытой корневой системе требуется дерево сажать либо рано весной, как вот сейчас, потому что земля уже отошла, то есть как бы, вот, либо это август, сентябрь, то есть как-то, скажем так, осенью. Вот, так что, в принципе, я думаю, что все приживется, все будет здорово и замечательно. Здесь скоро будет красивая кленовая аллея. А пока над кленовой аллеей надо поработать. Солнечное утро, свежий воздух поспособствовали участникам субботника сажать деревья в отличном настроении. Этого не могли не замечать прохожие и с удовольствием обсуждали действия работающих на трудовом празднике. Некоторые решили подключиться и внести свою лепту в озеленение проспекта. Мне нравится. Что нравится? Сажать деревья и убирать. На озеленение города целым трудовым коллективом для этих людей, а именно сотрудников городской администрации, депутатов, главы города, а также работников городских коммунальных служб, субботник стал уже доброй традицией. Участники мероприятия сажали саженцы молодых кленов, красили скамейки, обрабатывали специальной краской деревья и делали все, чтобы проспект стал еще привлекательнее. Обращаемся ко всем руководителям, ко всем жителям города, чтобы все приняли участие. Сама администрация обычно убирала берег Волги и набережную, но в этом году в связи с тем, что у нас 75-летие города Конаково, в связи с тем, что у нас есть службы, которые убирают мусор, мы решили сделать все-таки полезное. Поэтому хотели бы посадить деревья и привести проспект Ленина в тот красивый вид, чтобы все жители города отдыхали на нем. Как гласит народная мудрость, кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Впереди майские праздники. Сотни конаковцев отправятся на свои дачи. Глава города Валерий Максимов призвал конаковцев внести посильный вклад в уборку своего двора, своей улицы. На своем примере он показал, что никто так хорошо не облагородит наши места отдыха, как сами жители Конаково, любящие свой родной город. В основном все у нас в эти праздники поедут на дачи, поедут на свои какие-то садовые участки и будут там трудиться во благо, ну, своей семьи, во благо вот этих дачных участков, всего прочего. Хотелось бы поздравить, пожелать им успешного труда, ну и не забывали бы о себе, чтобы трудились и в то же время отдохнули бы, и было хорошее настроение, и вообще, чтобы все здорово было.